Чудо-юдо. Так, так, так. О, у нас тут 6 киндеров с коллекцией общественного транспорта. Класс! Спрячем их в воздушных шариках, чтобы было веселее. А теперь давай искать киндеры. Первый шарик красный. Есть киндер! Быстренько откроем его. Так. Ух ты, это двухэтажный автобус. Таких очень много в Лондоне. Круто! Опять воздушные шарики. Синий, с трамваем. Проверим. Есть киндер! Снимем фольгу. Потрясем. А тут у вас желтая машинка такси. Быстро довезет в любое место. Класс! И какой шарик в этот раз? Желтый, но без рисунка. Так. А, нет киндера. Продолжим искать. Так, голубой шарик. Опять пусто. Ладно, ищем дальше. Вот, зеленый шарик с канистрой. Есть киндер. Фольга. И открываем. Ух ты, это игрушечный троллейбус. Такой можно увидеть в любом городе. Опять шарики. О, теперь оранжевый. Достанем иголку. Еще один киндер. Раскрываем. А вот и желтый школьный автобус. На таких возят учеников в школу. Что же дальше? Нет шарика. О, есть желтый. Давай проверим его. Есть киндер. Откроем и посмотрим, что внутри. Желто-красный трамвай. Ты наверняка видел такой на улицах. Класс. Хорошая коллекция собирается. Опять шарик без рисунка. И опять пусто. Ладно, ищем дальше. Кажется, в этом шарике есть киндер. Да, есть. Снимем фольгу. Потрясем. Еще одно такси, но в этот раз длинное. Тоже желтое и такое же полезное. Класс! Ну что, по-моему, очень хорошая коллекция общественного транспорта. А тебе понравился двухэтажный автобус? Пиши в комментариях. Смотри мультики каждый день на канале Чудо-Юдо. Нажми на эту кнопку, чтобы подписаться на новинки. У нас еще много всего интересного. Что ты хочешь посмотреть дальше?